Запрещенные алкоэнергетики снова в продаже. С фактами незаконной торговли столкнулись саратовские активисты. Они провели рейд по крупным сетевым магазинам города. Банки с запрещенными напитками общественники обнаружили в магазине «Магнит» на пересечении улиц Сака и Вансетти и Вольской. Администратор магазина объяснила наличие энергетических напитков на полках новым ГОСТом, согласно которому теперь они классифицируются как винный напиток. Напомним, торговля слабоалкогольными тонизирующими напитками на территории Саратовской области запрещена с 16 июня. Производители, вернее, данных алкоэнергетиков просто взяли и изменили название, так скажем, найдя какую-то лазейку в юридических тонкостях, ну, на что, по крайней мере, ссылаются продавцы и дирекция магазинов сетевых. То есть и те же, по теми же брендами, по теми же названиями, по сути, тот же яд, та же отрава стоит сейчас на витринах.